Он там ветка зацепится и... Да, вверху ветка держит. Я там не знаю. Главное, чтобы сейчас клином сейчас действительно поможет. Да, да, немного. Миллиметр за миллиметром начинаем. Его, походу, дело крутанет. Правостолом. Левый. Подальше отойти. Греха подальше, как говорят. Там кто-то, то ли Сергей Павлович пошел дрессировать собак, то ли футбол или волейбол уже играет деревенские. Небо затянутое такое. Вон там солнце пробивается, скоро уже садиться будет. Сейчас у нас уже 53 минуты 9-го. Это вот у Романа теплица. Здесь это у нас саманный домик, где у нас тракторист отдыхает. Сегодня случилась небольшая поломка, ну не небольшая, так что трактор встал даже. Ремонт нужен. Вот. Завтра привезут запчасти, буду делать. Собрался клином делать. Стоит. Видно, что-то оперлось. Опять линию задело. Все. Меня зацепило опять. Там это, брат. Кучка лежит вот этого домика второго, кучка такая лежит, вот принеси длинный там палку, палку длинную принести, ну чтоб, если они перемоталась, то размотать. Она уже все замкнула, все везде. Небольшая. Все повыходили, света нет. Смотри, сейчас сыро. Да там выключила уже. Вырубила, да? Конечно. Подожди. Вы что творите, э? Алло, что творите? Что с руками машет? Кружок. Предупреждать надо, ты извини, у нас сепаратор работает, молоко, ты что?
что ты делаешь? Ну я... Что я? Что я? Я-то думал. А что ты думаешь? Головой своей, жопой думаешь. Ну тогда не получается что-то. И чё? Ну и чё? Чё ты чёкаешь? Я ничего не могу понять. Чё такое? Ну трудно. Ну упала, уже не вернёшься. А чё ты? И чё дальше? Ну и чё, сейчас включим свет. Кого ты включишь? Ты замкнул там всё, значит. Ну надо нахрен. Да ничего не замкнуло нахрен. Рубильник выбило, всё. Ты сам умный, что ли, я не могу понять, да? Дружок. А, успокойся, чё. Какая раньше растянули, блин? У меня там сепаратор работает, у меня там я даю аппарат, блин. Надо звать людей, ты знаешь, у нас устав. Я позвал, видишь, сколько людей. Зовешь людей, предупреждаешь, отключаешь свет, ты даже свет не выключил. Ты что так делаешь-то? Не стоит. Я был здесь, да. И два главных человека не виноват, что так у вас телевизор сгорел, все. Сгорел? Ну купишь новый. Глушков раз спалил, купишь новый телевизор, понял? Сейчас у компьютера и все. Ладно, хорошо, сейчас все проверим. А что проверять-то? Покупать будешь? Замкнуло, ты сейчас ноль пустил на фазу. Молодец. А он... Ну люди-то, конечно же, работа, надо предупредить. Предупреждать было, надо, отключаем свет, когда валим по поля. Что, непонятно, что, первый раз, что-то здесь, 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 постой. Согнул этим посмотрим. Ты что, ты не знаешь, как это делать? Вот тут. Я обалдею. Что, вторая дарить свет, а не... Телевизор погорел, он сейчас... Два компьютера включены,